Всем привет! С вами мама Чуля и Селена Суи. Да, это я. Сегодня мы решили меня преобразить. Вот дочка будет ухаживать за моими волосами. Сделаем пару укладок, которые можно применить на праздник, на новогодний, например, к Новому году. И я отдаюсь вся в ее распоряжение, ваяй. Да, сегодня мама давно хотела попробовать, вот это ее классическая прическа, которую она носит. Она давно хотела просто прямые попробовать, а ну бочком вот так повернуть. Просто прямые, вот так бочком, вниз, вот так. Не знаю, как это будет идти, а с челкой что сделать, если это... Челка прямо, она всегда прямо. Короче, челку так же оставить, но вытянуть на утюжок. Челку так оставить. Мы попробуем сейчас вытянуть на утюжок, просто посмотрим, как ей идет или нет. А потом с этого утюжка мы накрутим ей волосы на волну, которая вам, кстати, очень нравилась у меня. Такая волнистая. В общем, вы все увидите, покажу. И потом мы сделаем ей макияж, я ей сделаю макияж. Ну, она не хочет сильно яркие, ну, в общем, сделаю, какой сделаю, под прическу, под кудри. В общем, посмотрим, как это на короткие волосы, все это. Оставайтесь с нами, в общем, будем бояться. Отдаю себя на эксперимент. Да, перевоплощаемся. Я думаю, конечно, что просто выпрямленные волосы ей не пойдут, но она хочет посмотреть, мы это сделаем. У меня вот такой вот утюжок, даймонд. В общем-то, нормальный утюжок, я им даже и крутилась, и все. Мне просто интересно, вот если вот эти вот еще отпустить длиннее и утюжком вытягивать вот эти волосы. Ну и тут верхнюю часть. Ну там внизу они короткие. Не задирай волосы, так не видно, вот так не видно. А мы тебе будем челку крутить, когда будем крутиться? Да, что хочешь, делай. Короче, это прическа для длинных волос, но мы не можем. Мама еще говорит, вот такая идея, вот такая, смотрите, сейчас. Вот так, говорит, не сделай внизу. Вообще, не периметру. Так это поприкольнее. Если так по всему периметру, так раз-раз, в конце вверх подними. Ну, будет смешно, потому что там сзади очень коротко. Покажи сзади. Так надо, чтобы было смешно. Не надо, чтобы было смешно. Мы, короче, решили сейчас накрутить маму. Все-таки мне хочется посмотреть, как она будет смотреться совершенно с другой плойкой. Сейчас я ее возьму и покажу. Это фирма Харизма. И здесь можно ее перевернуть. То есть более мелкая волна, видите, с одной стороны. А здесь более крупная. Вот я хочу на более крупную сделать маму. Посмотрим, что получится. А вот такая причесочка у вас получилась, сеньорита. Как вам, сеньорита? А счастье вижу в глазах. Сюда корону положим или колпачок. Мы сейчас что-нибудь придумаем тебе. Вообще, чтобы такого не было, лично я, например, начинаю, сначала делаю пробор где-нибудь, да? Начинаю все это делать с таким неправильным пробором, а потом, когда уже все доделала, то я делаю пробор на свой, потому что, ну вот мы сейчас делаем тебе, да, вот так вот проборчик, и ты видишь, что у тебя проборчик, и у тебя нету, да, вот этого уже. Либо ты носишь неправильный пробор, либо ты изначально делаешь на неправильном проборе. Ну, делай как хочешь. Вот это твоя сторона или на другую сторону? Удобно. А, когда я с пробором? Да, вот сюда. Направо расчесываюсь. Значит, вот левее пробор делаю. И нет у нас никакой поляны. Не выдумывай. Так, еще нам нужно это все взбрызгнуть лаком и сделать тебе макияж. Брызгай, только меня чем-то прикрыть, полотенчиком надо. То я не хочу, чтобы меня потом все липло. Не будет у тебя ничего липнуть. Реально. Лак у нас красотка какой-то у меня тут был, так что ты будешь настоящей красоткой. Ничего у тебя не будет, не переживай. Глаза не открывай. Сейчас я тебя накрашу, потом откроешь.
общем, мне нравится. Какой-то шарм появился. А теперь сделаем губы чуть-чуть поярче. Мне такой образ нравится больше, чем я ходила, как я делала. Но это больше такой нарядный образ какой-то на выход или на праздник сделать. У меня повседневный. Теперь я жду в комментариях, нравится ли вам мой новый образ. Нравится мое преображение или было лучше? И какой вариант помады мне идет больше, первый вариант или второй? Тем, кому понравился мой образ, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И спасибо дочке. Ссылка на ее канал под видео. Пока-пока. Пока-пока. И всех с наступающим праздником поздравляю. С наступающим Новым годом.